Ну что, дорогие друзья, всем привет. Вот у нас и прошел Новый год. Я думаю, что уже всем подарили подарки. Ну, а мне подарили, конечно же, деньги и два неожиданных, но очень полезных, ну, точнее, очень нужных подарка. Я думаю, вы уже по названию догадались, что это. И это у нас, смотрите, багажник. Он, получается, контрактный с Японии. Вот такой. Ну, его потом я перекрашу, когда будет тепло, в черный. Но сейчас он вот такой я установлю сегодня. Покажу вам, как его устанавливать. Так, его отложим. Вот такой вот багажник. Он реально очень нужный. И лапка для кикстартера. Потому что, смотрите, моя вообще легко назад возвращается. А это ну, с натягом. И так будет удобнее. Потому что иногда я за нее зацепляюсь, когда не в нужный момент она выпрыгивает. Короче, тоже нужная вещь. Но ее будем устанавливать не сегодня, а когда-нибудь потом. Но сегодня я хотел бы багажник установить. Ну и сразу вам скажу, что чтобы вы поставили лайк, подписались на канал. Давайте доберем 1050 подписчиков до моего дня рождения. А то есть через месяц. И также, кто досматривает видео до конца, помогает мне продвигать видос. И его увидит больше человек, и подпишется больше человек. Короче, смотрим видео до конца и не переключаемся. Также напишите комментарии какие-нибудь. Ну, и чтобы вам установить багажник, вам надо сначала открутить туалет. Ну, унитаз, это багажник, который... Вы его вытаскиваете. Так. Ну, когда его открутили, вы его вытаскиваете, короче. И теперь у нас вам надо будет найти, получается, один вот сюда вот болтик, потом один вот сюда и один сюда. То есть в сумме надо будет найти вам три болтика. Вот я нашел три болтика, получается, вот тут один, тут второй и вот еще один. Вообще, хочу сказать, что в установке багажника ничего сложного нет. Просто главное снять вот этот вот багажник большой и все. Потом вот сюда все прикрутить. Ну, сейчас я его еще прикручу, потому что я его только наживил. Ну и смотрите, багажник с багажником смотрится вообще прикольно. Я думаю, вам вот нравится. Напишите в комментариях, как вам. И я когда-то давно хотел спойлер, но сейчас мне даже спойлер неохота, потому что со спойлером будет не так удобно. А вот за багажник, например, можно взять, пододвинуть там скутер. А со спойлером... Спойлер просто для красоты. Может, когда-нибудь потом на следующий год поставлю, но сейчас мне он нравится с багажником. Вот, сейчас прикручиваю тогда и показываю вам сначала без вот этого большого багажника, а потом еще с ним, и в итоге просто вам покажу, что получилось. И, кстати, давайте наберем 1 миллион лайков. А, нет, конечно же, я пошутил. Давайте наберем 30 лайков под этим видео, потому что вам будет несложно. А также перейдите на предыдущий видос, потому что его, я так понимаю, мало кто увидел. Перейдите на него, посмотрите его, поставьте лайк. Там всего набралось, ну, на момент съемки где-то 90 просмотров. Хотя обычно в это время уже где-то 130-140 набиралось. И, короче, я думаю, что мало его кто увидел. Перейдите, посмотрите. И все. Жду от вас 30 лайков и выпускаю следующий видос. Так, ну что, вот я и прикрутил этот багажник. Конечно же, не с первого раза, потому что у меня вот этот болтик, который я нашел, был длинный. И я еще нашел покороче. И теперь все прикрутил. Смотрите, как он смотрится. Вот, я не знаю, вам камера передается все. Ну, короче, вот. Теперь тут нету пустого и нету тупого, типа вот этого вот. И теперь, смотрите, можно поднимать, например. Вообще все легко, двигать его. Вот. Так, вот тут я вот так прикрутил. Это для тех, кто не знает. Вообще это очень, прям очень легко сделать все. Тут все открывается. Главное еще вот в эти дырочки попасть. Короче, вот этими металлом. Вот так вот он смотрится теперь сдалека. Вот так. Ну и теперь осталось поставить вот этот вот багажник, унитаз. И будем уже смотреть на итоговый результат. Так, сейчас выкручиваем крышечку и ставим. Все. Ну что, вот я уже прикрутил этот багажник. Вот так теперь он смотрится. Оцените в комментариях.
Ну, как по мне, он теперь смотрится более красиво с багажником. И, кстати, хотелось бы вам еще рассказать, что я хочу вообще весь свой скутер потом перекрасить. Ну, и также все, включая колеса, выхлопную трубу, ну и багажник. Потому что я хочу его сделать потом в состоянии, типа, как с завода. То есть я перекрашиваю весь в черный. И так, выхлопную трубу, она будет, скорее всего, матовая, как и должна быть. Багажник будет тоже черный, и диски будут серебристые. Потому что диски там уже в некоторых местах есть небольшая типа ржавчина. Ну и хочется, чтобы он был красивый. А также еще мне не хватает одной лыжи боковой. То есть, смотрите, вот тут она есть. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я. Вот об... А вот этой вот штуки, тут она еще выскакивает. Короче, тут она есть, а вот тут ее нету. Я ее хочу потом купить, ну или же придется покупать две, потому что они в комплекте идут обычно по две. И вот еще ее поставить, и все, и по внешнему виду он будет готовый. Останется его только покрасить, а покрасить его хочу из-за того, что, смотрите, вот такие вот всякие есть косяки на нем, царапины, особенно вот на этой стороне. Блин, не знаю, вам сейчас видно или нет. Ну, короче, вот тут большая царапина есть, тут вот много мелких, потому что он, видимо, падал. Потом вот этот весь пластик тоже боковой, весь поцарапанный. Потом, ну вот это спереди вроде бы более-менее, но тут тоже есть мелкие царапины. И вот эта вот башка, она тоже, видите, вся поцарапана. И вот это я хочу все исправить. Тут, вот видите, мелких много всяких коцок. Не знаю, буду ли ставить второе зеркало или нет, потому что мне как бы удобно с одним. Два будет смотреться, я не знаю как. Ну, наверное, не буду ставить второе. Потому что мне с одним нормально. А, и еще, я не знаю, что вот с этим я буду делать, потому что у меня тут он был треснут, я там заклеил все, немного подкрасил. Не знаю, как я буду это потом выравнивать. Так. Извините, что камера трясется, потому что холодно. Иногда руки начинают трястись. Вот, ну смотрите, блин. Мне очень нравится, если честно. Вот он теперь смотрится как в стоке. Короче, блин. Прикольно, так. Вот так вот. Я не знаю, вы видите или нет. Но это очень прикольно и красиво. Ну, на этом все. Надеюсь, вы набрали 30 лайков. Также подписались на канал. Помогли мне добрать 1050 подписчиков. И написали комментарий. А также досмотрели до конца. Все, всем удачи и всем пока.